Привет, меня зовут Аня Гуарана, и как и во все годы, так и в этот год я с вами буду давать курс по дэнс-холлу. Тут аплодисменты будут. Да, все сдают. Не было ни одного, кто не сдал. Кто пытался не сдать, тащила за ногу в зал, и все равно они сдавали. Это когда приходят после крампа ко мне, уже все выжатые, как лимон, и уже всех ненавидят. А мне надо еще прокачать дэнс-холл, поэтому пара на 10 утра – это прекрасно. Неоднократно водила своих любимых студентов в парк Пушкина. Это вот тут рядом. И проводили там пары на свежем воздухе. Это были джемы. Это было офигенно, потому что это был парк, улица, ходили люди. Мы включали музыку. И такой андеграунд был. Классно. Мы джемили, танцевали друг с другом. Люди были в шоке. Белки тоже, ежики выглядывали, тоже офигевали от нас. А еще когда-то я приводила живого, настоящего барабанщика с большим настоящим барабаном. И мы тоже под него танцевали. И это было тоже очень классно и драйвово. Надо развиваться, проявлять креативность, творчество. И самое главное, это кайфовать. Я просто с акцентом ямайским, все нормально. У меня был мой самый любимый ярый студент, который приезжал 3 раза подряд на курс в моей дэнс-академию. И 3 года подряд он посещал наши курсы. И самое любимое его было, когда я давала dancehall queen style. Это женский стиль с акробатикой, с трясками. Каждый год он приезжал и говорил, а когда будут женские степы? И, ну, это было клево очень. Он наваливал нормально. Первые занятия, это первая неделя. Когда начинается My Way Dance Академия, все очень свеженькие, полный зал людей, все «На, класс!». Проходит пару недель, все уже начинают мотать колени, локти, уже не сильно веселый взгляд. Проходит 2 месяца, ну полтора, половина зала нет, все уже тянут, волочат ногу и такие «Мы ненавидим танцы!». Мы крепимся и все равно танцуем. «Идите ко мне, люди, все 40 человек, может даже больше!». Я вас научу танцевать дэнс-холл и познакомлюсь с ямайской культурой. Спасибо. Круто. На здоровье, прием.